Ребята, я пришла с магазина и купила 2 шарика куколок Лолы. Как раз у меня еще только будет. Там еще 2 куколки прибавится. У меня уже 4 будет куколки, потому что 2 у меня попались в прошлом в их шариках. И давайте же откроем. Я вот только что пришла с магазина и открою их сейчас. Вот у меня 2 шарика. Вот зелененький и синенький. И тут также вкладыш. И сейчас покажу свои куколки. Вот моя куколка, которая попалась. А вот вторая. И вот вкладыш. Сейчас посмотрю-ка. Вот эти куколки, которые мне попались, вот эта куколка, а вот это. А вот эти 2 девочки, я не знаю, это они попадутся или нет. Поэтому я хочу сейчас рассмотреть. Давайте же откроем сейчас. Интересно, какой бы мне бы выбрать. Я хочу вот этот зелененький. А это пока в сторонку беру. Так, вот тут сразу подсказочка выглядывает. Открою я ее. Ух ты, тут написано корона плюс сердечко. Королева. Вау. Значит, это та куколка королевой будет. А я ее считаю королевой, вот эту куколку, которая еще 2 свободные. Положу-ка я подсказку вот сюда, также открою уже шарик. Опа! Ой, крепко закрытый. Ух ты! Тут сколько пакетиков! Открою самых маленьких. Вот открою вначале вот этот шарик. Вот этот пакетик. Ух ты, как запакован. Вау, я уже догадываюсь, это что? Это бутылочка зеленая, а крышечка светло-розовая. Красиво положу вот сюда. Открою теперь вот этот пакетик. Что же тут? Вау, тут золотые очки. Интересная куколка мне попадется, наверное. Вот такие очки. Золотые, а стекла черные. И вот этот третий пакетик. Вау, а тут одежка. По-моему, я догадываюсь, это вот эта куколка. Видите, комбинезончик. Вау! А сама куколка-то такая. Вау! Это есть и эта куколка. Вот она в вкладыше. Вау! Я ее хочу одеть. Беру я комбинезончик первый. Вот. Очки. Вот. И бутылочку. Какая красивая у меня куколка попалась. Вот, ее посажу вот сюда. Буду ждать подружку. Так, тут подсказочка. На какая? Тоже корона плюс сердечко. Тоже тут написано королева. Так, это, по-моему, повторка или нет? А иногда бывает
что подсказки одинаковые, но куколки разные. Ух ты, вот, все пакетики. Вау, тут намного пакетиков больше. Вот эти пакетики я вложу, возьму один. Так. Вау, тут розовые ботиночки. Розовые ботиночки со розовыми шнурочками. Поставлю их вот тут, для себя. И сейчас открою второй пакетик. Вот этот открою. Вау, тут бутылочка. Она такая же, только отличается, но по размеру одинаковая. Розовая, а крышечка такая золотая или коричневая. Поставлю тоже возле себя. И так же. Вау, очки точно такие же. Смотрите. Правда, точно такие же. Золотые с черными, с стеклами. Так, открываем. Уже вот этот пакетик. Вау, тут что-то розовое. Так. Вау, я уже догадалась, это панамочка. Хорошо, она мне не по размеру. Я бы ее носила бы каждый день. Утром до вечера. Так, открываем вот этот пакетик. Вау! Я так и думала, что здесь одежечка. Она вот такая, красная, с белыми бантиками и бабочками белыми. И сама куколка. Вот, снимаем. И вау, какая она красивая! Очень красивая. Ой, какая милашка. Я ее поскорее одену, чтобы была она красивой. Так, одену платьечко первым. Вот, ботиночки розовые с шнурочками розовыми, очки, панамочку и бутылочку. Вау, какая она красивая! Правда, ребята? Красивые у меня попались куколки. Очень красивые у меня куколки. Правда, ребята, у меня попались? Вот посмотрите, ребята. Какая вам куколка нравится больше всего? Ставьте лайки, если вам понравились куколки Лол. И если вам понравилась распаковка. И посмотрите, они все совпадают. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вот куколка, у нее фиолетовые волосики, глазки такие же, платьичко и цвет такой же кожи, желтые волосы и красная спортивная одежка. Вот, комбинезончик, такие же волосы.
И тут такое же самое. Правда, совпадает. Кому понравилось куколки, ставьте лайки. И не забудьте подписываться на канал. И вы были на канале «Рисуем с Лизой». Всем пока! Пока!